Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия определила постановление Сухумского городского суда от 7 марта 2021 года, в котором в отношении Авицба Ахрика Руслановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц по 5 апреля 2021 года включительно, оставить без изменения кассационную жалобу адвоката Габилая без удовлетворения. Я, естественно, буду обжаловать. Есть еще одна инстанция, президиум Верховного суда. Правда, сроки там не такие ускоренные, рассмотрения в обычном порядке. Не знаю, понадобится в последующем моя надзорная жалоба или нет, после месяца содержания Ахры. Будет ли принято решение о дальнейшем нахождении его под стражей или орган предварительно расследования посчитает возможным применить иную меру пресечения, это уже вопросы как бы следующего дня. Но, к большому сожалению, я очень разочарована, очень расстроена тем, что вышестоящее руководство страны никоим образом никто не отреагировал на задержание Авицба Ахрика Руслановича, моего подзащитного. Никто не прислал никакие документы, характеризующие его как человека, который внес большой вклад в новейшую историю Республики Абхазия.